Девочки, это большой магазин Табрис в Краснодаре. Смотрите, какая красота. Это вход в этот магазин. Я вам покажу, что изменилось в Краснодаре за 15 лет. То есть вот такие магазинчики сейчас открыты. Я потом... Сколько тебе? Сколько займет? Сколько займет у тебя? Ну, опять хорошо погулять. Так, вот будем делать сейчас вам обзор этого магазина. Вот, на вид есть. Вот так все это выглядит. Не знаю, как тут заходить. Даже, ну, вот заходит, наверное, можно заходить. Кафешка. Здесь это вид из окон. Пахнет очень сильно шашлыками. Есть, конечно, подешевле магазины, считаются. А Магнит и Перекресток. Ну, как бы то же самое, что США, ничем не отличается. Здесь все. Этот магазин считается чуть подороже, чем другие. Но... Как бы, если вы тут живете в этом комплексе, то у вас все в доступности, шаговой доступности у вас тут все. Да? Так, вот магазин. Сейчас я вам поснимаю, что тут еще есть. Цена на хлеб. Опять хочу повторить, что этот магазин немножко дороже, чем другие магазины. Не знаю, насколько, но мне сказали, что здесь однозначно дороже. Это хлебобулочные. Значит, надо брать вот такие тележки, это корзинки. Вот. Есть тележки. Мяско. Какие домашние прям курочки. Желтенькие на вид. Прям желтенькие. Смотрите, мясо как настоящее. Вот цены. Сегодня курс 1 доллара 80 рублей. Даже если не 82. Вот такое мясо. Рыбка. Пожалуйста, вам. Какая-то сибас охлажденная. Я, вы знаете, чего хочу? Я хочу ивасей. Так давно не ела ивасей. И весна. Они вообще бывают или нет? Какие-то животные тут сидят. И моченые яблочки. Выбор. Капусточка. Салаты на развес. Какие хотите. Сейчас глянем яйца. Почем цена на яйца? Вот кубанский производитель 97 рублей. Ну это доллар, значит. И их тут 1, 2, 3, 4, 5. По 10 штук. То есть 97 рублей. Есть вот и по акции 65. То есть это целая упаковка меньше доллара. Получается. И вот уже 65 рублей. Опять доллар, сегодня 80 рублей. То есть меньше доллара. Вот. Кубанский производитель, вот 109 есть, это чуть-чуть больше доллара, 10 штук. Это какие-то экопак, органик, наверное. Яички, вот перепелины есть, вот такие, 113 рублей. И это перепелина, по-моему, тоже кубанский перепел, да. Кубанский производитель. Вот белки уже в бутылках, пожалуйста. Сейчас я вам, девчонки, поснимаю тут.
пирожки какие-то, сырники, пожалуйста. И вот сырники, блинчики пшеничные с малиной, запеканки, блины с начинками. 54 рубля блинчик с творогом и с изюмом. Ну, это практически 50 центов, можно сказать. Это вот доллар с мясом. Это вот такое азиатское все. Такие салатики. Болгарский перец маринованный брынзой. Вот это выглядит вкусно. Тут уже вот на развес тоже всякие капусточки. Это все готовое здесь. Это какое-то мясо куриное с соусом, каким-то странным соусом. Картофель фри, фрикадельки. Это что? Голубцы с лососем. Что ты как не увидишь? Я такого не видела никогда. Рыба. По-моему, мясо всякого. Смотрите. Свининка. А вон куриные ножки. Цены довольно-таки приемлемые. Вот шашлык прикольный на мангале. Вот я его хочу. Вот эти вот, ну, вообще уже зажаренные. Вкуснятина. Пицца. Я набираю. Пирогов всяких на этой стороне. Вот тут какое-то собственное производство. Соки. Вот это мне надо. Я хочу таких соков. Свежевыжатых. Компот ягодный, пожалуйста. И вот кисель. Кисель. Прикольно. Кисель клюква. Хочу. А вот кисель ванильный. Боже, я такого вообще не помню, наверное, с детства, когда такие белые кисели делали. Вот их надо взять с собой. Сегодня зайти купить апельсиновый сок свежевыжатый. Вот цены. Ну, доллар где-то 99, где-то доллар с копейками. Тут всякие запеканки. Да, запеканка творожная. 49 рублей. Там 50 центов практически за упаковку. Вот эти какие-то хачапури. Вон, готовые уже, да? Клубничка. Какие-то тортики. Сырно-сливовочным кремом. Какие прикольные маленькие. Наполеончик. Клубника. Куча разных маленьких таких пирожных. Коробка. Большие тортики. Вот это муссовый торт. Прикольный. Торт бисквитный. Большой. Вот колбаски. Ну так вот я вам даю. Вообще как бы вот здесь дело открывать. Вот Краснодар во время санкций забит продуктами. А вот тут всякие рыбки, семги и так далее. Для любителей деликатеса. Вот икра разного вида. Вот икра тоже. Нет, а вон красивые мужчины ходят тоже в Краснодаре. За рыбкой, да? За рыбкой. Роллы, пожалуйста. Колбаска. Сосиски. Вот, пожалуйста, колбасы полно. Роллы сейчас посмотрим. Вот с угрём, с творожным сыром, калифорнийский ролл, колбаски. Колбаски, вот если цены интересуют. В общем, на американские деньги все очень дешево, я вам хочу сказать. Сырки. Какой-то интересный плавленый сырок. Баночки такой зеленый. С грибами. С ветчиной. Сыр плавленый.
одних плавленых сыров миллион. Тоже мясо копченое какое-то. В общем, глаза разбегаются. Я даже не знаю, что тут люди покупают. О, прикольные вот эти вот колбаски. За 100 грамм 96 рублей. Ням-ням-ням. Вот это прям обалдеть, колбаски какие. Выбор. Так, а тут сыр. Выбор сыров. Так, ну тут уже там всякие соусы, масло всякие подсолнечные, тут еще сыры вот такие. Причем мне подруги сказали: ну что в этом магазине брать, там есть рядом Магнит, то же самое все, и гораздо дешевле. Поэтому я пока здесь поснимаю. Наверное, мы тут ничего покупать не будем. А, вот такие блинчики вот точно я видела в Далласе, в русском магазине. Вот эти вот с курицей, с сыром. Цена здесь 125 рублей. Блинчики замороженные. 125-143. Короче, три раза дешевле, чем в русском магазине. И вот какие-то блинчики замороженные тоже. Вареники. Сырники. Покупаете себе, готовые уже можно. Куча вареников разных. Ой, какие прикольные пельменчики малюхонькие. Мини-пельмени. Сыном. Пельмени замороженные 329, 299, 335. И тут вон, по-моему, пельмени, по-моему, хинкали. Вот цены. Пирожки, там эти дамплинги. Китайские лазаньи. И вон еще куча замороженного на развес. Покажу. На развес можно прямо набирать. Что это? Пельмени вот. Такие вот, пожалуйста. Натуральный состав. Натуральный состав, там брит. Вареники. Это пельмени в упаковке. Еще вон с другого теста какого-то коричневого. А это какие-то розовые тесто. С картофелем, грязь, с творогом. В общем, на любой вкус. Так, вообще на второй этаж сходим, посмотрим, что там. Здесь мороженое. Коробка из Кореновки очень популярная. Куча замороженного всего. Водичка минеральная. Облепиха. Заморожена морожка какая-то даже заморожена. Дикорастущая морожка. Что только не увидишь. Аспарагус, грибы. Ну, все такое, горошки. Овощи разные замороженные. Так, это мы переходим плавно с этой стороны, еще сейчас я сниму. С этой стороны у нас вон там вот морепродукты. Креветки большие, креветки маленькие. Это, наверное, местные какие-то креветки. Креветки средние, рыбы разные. В общем, кто любит морепродуктов, завались всяких разных. Да, девочки, это вам не при Советском Союзе. Я бы сказала, минтаи всякие разные, такие вот рыбки. Так, а по этой стороне там мороженое было, здесь
лед. И вот тоже мороженое. Это уже импортное какое-то, азиатское, что ли. Пломбир на сливках по ГОСТу. Это уже пломбир. Еще мороженого, девочки, завались. Так. Твистеры с собой, супы для всей семьи, сырники на завтрак. Каждый найдет свое. Я, например, очень люблю наши бургеры с курицей. Встречаемся в отделе кулинарии. Мороженое. Начинка какая внутри, какой прикольный. Ну, прям аж хочется такого тортика. Неплохо, неплохо. Так, тут трубочки какие-то. Тортики. Кстати, тут еще молока такой. С прослойкой большой. Медовик. Это чизкейк. Фисташковый. Да. Вот эта начинка просто обалдеть, такими слоями. Альпийский ягодный сырным кремом бисквитный, ням-ням. Вот рулетики какие-то. Это чизкейки разного вида. Вон слоеный какой-то со слоями, что-то такое. Блинный кокосовый с малиной. Да, вот этот мне нравится. Блинный тортик. Ням. Всякие. Пошли вон круассанчики на завтрак. Вкуснятинка. Так это кондитерский у нас. Так, ну, я думаю, тут поснимали. Да, вот это колбаски, их не просто обалдеть. Здесь тоже сыр, в этой стороне еще не было. Разного вида сыры. Ну ладно, дальше двинемся в отдел. Ну тут уже все такое. Там химия всякая. Я, кстати, хотела посмотреть. О, тоже нашла. Все, девчонки, остальное мы с ней, я сниму уже попозже. Потому что куча еще отделок. Осталось не без этого, не исследованных. До встречи, пока. Подписывайтесь на канал «Тут не там».